Друзья, я очень рада, что вы решили принять участие в путешествии к цели за 7 дней. Итак, наше путешествие начнется 1 января и продлится 7 дней до 7 января. Согласитесь, это замечательное время посвятить воплощению своих желаний. Время, когда у многих из вас будут праздники, может быть, даже выходные. И, конечно же, вы будете проводить его перед телевизором, со своими близкими, за столом. Но вы найдете 10 минут для того, чтобы настроить свое сознание и приблизить ваши желания и вашу цель. Также очень важно совершать определенные шаги в физическом объективном мире. Поэтому я буду просить вас каждый день совершать маленький шаг на пути к вашей цели. Мы проводили уже такую кампанию 2 года назад, в честь дня рождения Лауры Сильвы, и у наших участников были замечательные результаты. Итак, ваши желания мы превращаем в проект, разбиваем на маленькие шаги. Каждый день вы осуществляете маленький шаг на пути к вашей цели. Итак, все, что вам нужно сделать, оставить комментарий сейчас на этой странице. Каждый день я делаю шаг на пути к своей цели. И 1 января открывайте письма, я пришлю вам видео, инструкцию, подробное описание, что вам нужно делать, и также пришлю вам медитацию, которую вам нужно будет выполнять каждый день. Она будет длиться всего лишь 10 минут. Я уверена, что каждый из вас найдет для того, чтобы воплотить свое желание, действительно желание, которое вы давно хотите осуществить, 10 минут времени. Итак, до встречи 1 января. Спасибо всем, кто присоединился. Пока!